Песня про то, что все мужики свиньи. Гора, на которую едем, популярно оттуда сигать с этими, с дельтапланами, с этими парашютами лютыми. Дельтапланеристы летают красиво над долиной. А вот он за фонарем, вот где-то там площадка, куда будем сейчас подниматься. Wir machen kleine Videoblog für unsere Zuschauer aus der Ukraine, ja? Das ist schon sehr schön, aber es ist vorbei mit der Kälte. Es war sehr kalt hier. Hier oder minus 2? Wir wohnen in Österreich seit 2 Jahren. Ja, aber 2,5 Jahre. Ja, 2,5 Jahre. Aber warum? Jetzt ist gut Deutsch. Запарковались, чешем через лес, поднялись высоко в горы, здесь так холоднее, и елочки. Вышли на промежуточную площадку, летают дельтапланчики, а туда еще можно прочухать вверх, и там будет платформа. Стоишь тут, и просто человек пролетает, и Ксюша сидит, отдыхает. Кстати, тут можно нехило так скатиться, блин, с горы реально, все заледеневшее, вон уже, собственно, обрывчик, и можно развлекаться. А вот эта площадочка, на которую сейчас пойдем аккуратненько и будем оттуда делать фотографии красивые. Ну что, посмотрим. Надеюсь, эта хрень крепкая. Шух! Пау! Привет! Нижняя Австрия! Как давно тебя не видели. Скучали по тебе. Кстати, вот под ногами там можно покатиться, полетать немножко. Ну вот, собственно, все, что здесь есть, ну, в принципе, плевать. А любое путешествие нас лучше с чем, Оксана? С винишком. Правильно, винишко. Дорожная поилочка. Карта локации. Реально люди вообще не заморачивались, просто доверили ребенку нарисовать ее. Что-то с навигацией тут не очень. Рванули просто по такой дороге импровизированной. Отличить ее от отсутствия дороги не очень сильно можно. Пойдем в лес. Короче, в лес передумали идти, там холодно как-то, снег, пошли просто по тропинке, куда все люди идут, бо непонятно. Снимаем елку особенную. Ха. Люди вон вовсю в снегоступах, всякой снаряги лыжной. А мы в обычных туфельках уличных и курточках гуляем. Как бы везде в этом парке расставлены такие штучки. Написано, что если вы посещаете, пожертвуете, за взрослого рубль 80, за ребенка рубль, но никто не кидает денежки. Приехали в зоопарк, но, видимо, не то, чтобы сезон. Загоны пустые, животных нету. А вот, и людей тоже нету, только мы. В общем, тут знак. Вот если пойти вон туда, вот в лес, то можно встретить всех этих диких животных. Мы ходили реально пару раз, и ни одного такого животного не видели. Это все фейк-животное. Детская площадка, которую мы заслужили с летающим домиком. Вот, мы нашли животных. Это кабаны, свинки. В общем, за еврик купили корма. Сейчас Сюха будет кормить этих уважаемых кабанов. О, кабанчики кушают. Все сюда. Зовите своих друганов, кто в домике прячется. Будем есть. Ой, ведерко кушает. Ого. Лютые, тупо лютые. Мы нашли еще одно животное, не понятно, это микролошадка, но она пищит, может, этот ослик, не знаю. И вон там еще братишки, но сейчас будем подкармливать. За 1 евро накормили весь зоопарк. Забирает. Все сошлись, но уже еда закончилась, а евро у нас больше нету.
мини-игра достойна лучших мастеров. Загнать все эти шарики. Нет, не судьба. Мишка, в глазах которого боль. Получается, вот Вена. А мы приехали вот сюда. Вот это природный парк, высоко в горах. Тут всякие животные, площадочки и красота. Вот там в лесу прячутся, смотрите, как четко группа маленьких оленят. Чем-то их подманивать, может быть, можно какой-то едой, но к нам они не идут. Вон сидят, себе прячутся, прикидываются деревцами. В общем, добрались на вершину. Всего лишь 1092 метра. Kleine Kanzel. Вот. И что у нас есть на вершине, кроме таблички? Ресторанчик, кабачок.